Город Барнаул за свою довольно длинную историю делал, производил во внешний мир довольно большое количество разных товаров, услуг и вещей. Некоторые из них были очень важны, но не очень известны. Некоторые были не очень важны, но достаточно известны, а некоторые и важны, и известны. И сейчас я бы хотел поговорить о тех вещах, которые, можно сказать, стали брендами, символами нашего города. Не о местах, не о людях, а именно о вещах, сделанных в Барнауле и ассоциирующихся с городом Барнаулом. И, наверное, самый знаменитый бренд, к сожалению, ныне утраченный, это шубы барнаулки. Да, слово «барнаулка», оно не случайное, и связано это не с речкой Барнаулкой, а с местом, можно даже сказать, изобретения этих самых шуб. История создания шуб барнаулок начинается в 60-е годы 19 века, когда у нас в городе жил, работал, творил выдающийся ученый Степан Иванович Гуляев. И вот, помимо прочего, Степан Иванович Гуляев составил рецепт особо стойкого черного красителя на основе там ряда химических реактивов, в том числе достаточно редких компонентов. Вот он составил этот краситель, и преимущества красителя были в том, что он не выцветал, не выгорал и был долговременным. Не нужно думать, что до Гуляева никто не додумался покрасить шубу в черный цвет. Нет, конечно, это делалось, но, как правило, эти шубы быстро выгорали, теряли внешний вид, переставали быть действительно черными и уже становились некрасивыми. И вот Гуляев предложил способ, как это исправить. По легенде, он передал свой рецепт ремесленнику, шубнику Лапину и взял с Лапина слово, что он будет изготавливать шубы с использованием этого красителя так, чтобы не наживаться. Но вот очень странно дать предпринимателю какой-то инструмент для обогащения и запретить ему обогащаться. Ну, Гуляев-то понятно, он ученый, он о бизнесе не думал, он думал о прогрессе, о науке, о том, как людям сделать лучше. Ну, а Лапин думал о деньгах, начал производить эти шубы, и в результате у него бизнес пошел вверх, шубы стали продаваться. Рецепт стал потихоньку распространяться среди других шубников. И вот Гуляев видит, что на его изобретении уже делаются хорошие состояния. Вот он пришел к Лапину, опять же, это легенда, говорит, что как же, господин Лапин, вы же обещали мне не наживаться на моем рецепте. А он говорит, да, я с вас за шубу, которая изготовлена с вашим красителем, лично с вас, денег не взял. А про других мы не договаривались. То есть на вас я не нажился за счет вашего рецепта. Ну, это легенда. Может быть, было и не совсем так. Может быть, что-то из этого правда. Но факт то, что вот этот черный краситель позволил многим производителям шуб, овчинных шуб нашего города и затем окрестных волостей Алтайского округа, вот эти шубы выпустить на рынок, и там они стали быстро завоевывать популярность не только в Сибири, ну оно и понятно, да, овчинная шуба, прежде всего, нужна там, где холодно, в Сибири, но и за ее пределами. Шубы барнаульских производителей экспонировались на различных выставках, в том числе на международных, и там завоевывали определенные призы. То есть, в конце концов, к началу 20 века, вот эта черная шуба барнаулка получила и международное признание. Говорят, что эти шубы очень любили в том числе и представители дворянства. Например, Надежда Константиновна Крупская, жена Владимира Ильича Ленина, вот тоже ходила в этой шубе барнаулки. Но тут нужно понимать, что Надежда Константиновна Крупская, она сибирского происхождения. Ее дедушка жил в Барнауле, мама родилась тоже в Сибири, в Алтайском округе. То есть, в общем-то, это понятно, почему в их семье было принято носить шубы. Ну и
в целом шубы хорошо продавались, были распространены, ну а бренд «Барнаулка» стал символом вот такого качества верхней зимней одежды. Нужно сказать, что после того, как установилась советская власть, сам бренд «Барнаулка» не исчез. Да, частные производители этих шуб, конечно, постепенно, ну, кто-то был национализирован, да, какие-то крупные производства, какие-то бизнесы просто закрылись, но вот у нас в Барнауле стала работать крупная государственная овчинно-меховая фабрика. Сначала это называлось овчинно-шубный завод «Алтай-мехтреста», затем овчинно-меховая фабрика. И вот овчинно-меховая фабрика продолжила производить шубы Барнаулки как минимум до 1950-х годов. К сожалению, сейчас овчинно-меховой фабрики нет. Нет и каких-то других крупных производств овчинных шуб здесь у нас в Барнауле. Поэтому в настоящее время нет производителя, который мог бы сказать: я наследник Гуляева, Лапина, наследник овчинки нашей, да, овчинно-меховой фабрики. Вот. И да, к сожалению, бренд шубы Барнаулки уходит и ушел, наверное, теперь уже в историю. Впрочем, Барнаул славился в свое время не только верхней одеждой, но и у нас был и до сих пор существует еще один бренд, не совсем мирный, но и не сказать, что прям вот военный. Это патроны и дробь. Дело в том, что тогда же, когда Гуляев придумал этот свой рецепт и Лапин начал производить шубы, в эти же годы в Барнауле был открыт первый в Сибири завод по производству охотничьей дроби. Владел им купец Функ. Завод находился в нагорной части города, на обрыве, вот сейчас, где трамвай на гору поднимается, так там в горе была вот такая шахта для литья этих, литья дроби сделана. Завод проработал до революции. Ну, видимо, впоследствии потребность в охотничьей дроби была закрыта другими предприятиями. Барнаульское предприятие исчезло, но, по крайней мере, вот в списках промышленников вплоть до Первой мировой войны оно было, это производство. Там менялся собственник, но тем не менее, в конце 19 века и начале 20 века значительная часть сибирских охотников пользовались дробью, произведенной в Барнауле. И Барнаул был таким вот центром производства именно, ну, охотничьих боеприпасов, можно так сказать. И вот это дело было продолжено. Оно было продолжено во время Великой Отечественной войны, когда в Барнаул были эвакуированы оборудование из Подольска и Луганска. И был образован завод номер 17, патронный завод, который, конечно, в годы войны производил боевые патроны, но в мирное время он переключился в том числе и на производство охотничьих патронов. И вплоть до недавнего времени охотничьи патроны определенных калибров с надписью, с брендом «Барнаул» распространялись по всему миру, даже американцы, собственно говоря, пользовались, и для них Барнаул — это патроны, охотничьи патроны. Любопытно, кстати, что у Барнаула были и другие товары, которые, может быть, не несли в себе имя Барнаул, но, тем не менее, многие знали, что они именно отсюда. Например, во второй половине 19 века практически вся сода, которая производилась в Сибири, и даже вообще первый содовый завод в России, он был открыт именно в Барнауле. То есть сейчас-то мы привыкли видеть соду башкирского производства, а если бы мы спросили человека, живущего в России где-нибудь в 1870 году, или в 1880-м, он бы, скорее всего, назвал соду или иностранную, или барнаульского производства, завода «Пранк». Ну а в советское время еще одним известным товаром из Барнаула были барнаульские спички. У нас работала крупная спичечная фабрика, эвакуированная также из Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. И она довольно быстро вышла на первые места среди других спичечных фабрик Советского Союза. А отличалась тем, что часто на спичечных коробках клеились этикетки тематические, то есть можно было создавать коллекции там с различными местами, зданиями, предметами, то есть тематические коллекции из барнаульских спичек. К сожалению, сейчас спичечная фабрика тоже
не работает, ее уже больше 20 лет как нет, и барнаульские спички на рынке тоже не найти. То есть мы можем сказать, что, к сожалению, сейчас вот то, что составляло славу нашего города, те вещи, по которым знали наш город, сейчас они у нас уже не производятся. И Барнаулу нужно подумать над тем, что станет новым брендом нашего города в 21 веке. И, может быть, прославит его не меньше, чем шубы, патроны, сода и спички.